Дружеская атмосфера и помощь новичкам. Таков стиль работы следственного отдела по городу Александров. В его штате всего 16 человек. В обслуживании сразу два района – Александровский и Киржачский. С 2010 года отделом руководит Максим Рябов. Свой трудовой путь он начинал в прокуратуре. А в 2007 году, когда создали следственный комитет, не раздумывая, перешел на любимую работу. В начале службы следственная работа привлекала особой романтикой. А затем не без помощи наставников пришло осознание сути этой профессии – защищать интересы государства и граждан. По итогам прошлого года коллектив отдела признан лучшим в области и получил переходящий кубок «Хрустальную сову». Максим Рябов уверен, таких результатов удалось достичь благодаря слаженной командной работе. Ее важнейшая составляющая – обучение молодых сотрудников. Через наш отдел уже прошло огромное количество сотрудников. Люди трудоустраиваются, работаются, набираются опыта и дальше по карьерной лестнице. Или кто-то ближе к месту жительства возвращается, кто-то по карьерной лестнице, кто-то переходит в другие органы правоохранительные. То есть идет постоянное движение. Но есть в коллективе и сотрудники, сохраняющие верность родному отделу. Около 10 лет в Александровском отделе трудится заместитель руководителя Елена Чикишева. Для нее работа в следкоме – сбывшаяся мечта. С раннего детства она зачитывалась книжками про следователей, смотрела фильмы и мечтала также расследовать уголовные дела. Для нее работа в следкоме – это постоянное самообразование, получение новых знаний в разных областях. Елене поручается расследование сложных и запутанных дел. Среди них особое место занимает преступления против благополучия детей, совершаемых через интернет. Чем сложны эти дела? Тем, что, как правило, потерпевшие находятся в различных регионах России. То есть расследование производится по месту совершения преступления, а местом совершения преступления является местонахождение обвиняемого. А потерпевшие, как правило, проживают не в одном с ним регионе, и это существенно затрудняет расследование дел таких. Работают в команде и сотрудники, получившие неоценимый опыт в Александровском следственном отделе. Один из них – следователь по особо важным делам Елена Гурьянова. В отдел она пришла работать в 2012 году. Первое дело – сразу об убийстве. В его расследовании молодому следователю помогали всем отделам. Елена признается, преступление против личности для нее самая интересная категория дел. Недавно она завершила расследование очередного громкого дела. В прошлом году в лесополосе около Александрова было найдено тело мужчины с многочисленными ножевыми ранениями. Расследование длилось около года. Сейчас убийцы, двое мужчин и женщина отбывают заслуженное наказание. Елена не скрывает, расследование этого дела было сложным, но неотвратимость наказания зависит от профессионализма следователя. Интересным оно было в связи с тем, что сначала личность мужчины была не установлена. Долго мы не могли понять, кто это, тем более кто причастен к совершению данного преступления. В итоге в результате слаженной работы с сотрудниками правоохранительных органов были установлены и личность мужчины, и личность подозреваемых, они были задержаны. Воспитать достойных, ответственных сотрудников Следственного комитета – задача преемственности поколений. Сейчас в отделе проходит курс молодого бойца два следователя. Александр Болдырев приехал в Александров из Воронежа после окончания Российского государственного университета правосудия. В следственном отделе он работает около полугода, готовится к аттестации и получению первого офицерского звания. В Александровский отдел он просился по совету своего наставника, который начинал здесь свою профессиональную карьеру. Александр считает, в этом отделе хорошая школа следователя и грамотное руководство. Я считаю вообще, что мне повезло работать в данном отделе под предводительством Максима Евгеньевича, потому что он очень опытный руководитель. Он всегда готов поделиться со следователями своим опытом, не только как бы профессиональным, но и житейским. Престиж профессии определяют люди, а следствие не терпит случайных людей. Настоящий следователь – это честность, ответственность, патриотизм, умение понимать и сострадать боли человека, вовремя оказать помощь тому, кто в ней нуждается. Свой профессиональный праздник следователи Александровского отдела встретят на боевом посту. Ирина Шульга, Анна Киселева, Алексей Ковалев, телеканал «Вариант».